Не одну. Высадили в Олмрут, сказали, гуляй часик. Ну вот что я тут нашла, какую-то маленькую мусорницу. Я не знаю, с педалькой. Там выбора вообще нету. Нож какой-то мне нужен один большой. Хороший или нет, хочу, конечно, хороший набор ножей. Тут влажные салфетки. Мне надо электрочайник найти. У нас в этом доме в новом сломана микроволновка. Я думала, что я что-то уже подтупела. И так и сяк пробовала ее включать. Пришел муж, говорит, ну, тоже не могу включить. Ну, я думаю, ну, как бы, если он уже не может, то, наверное, точно она сломана. Но это не факт. Может быть, она какая-то замудренная. Завтра придут люди, посмотрят. Сегодня там нам в доме исправили уже стол, который был сломан немножко, выщербленка такая была в границе, в гранитном этом покрытии на кухне. И что, жалюзи не пришли, не сделали. А что сделали они еще сегодня? А, ну привезли стол и стулья, и матрас. Я там убирала, мыла полдня. Сейчас вот приехали хоть что-то. Так, такие чай, а вот электрические. Беленький он, ничего, надо посмотреть. Точно, сейчас выберу чайничек себе. Так. 30, 36, 25. Может, такой за 25, за 20, за 15. Наверное, маленький. Сейчас посмотрю. А, выбрала вот такой вот 20, по-моему, он. Прозрачное стекло, по-моему, да, я так понимаю. Такой вот. Смотрю, здесь утюги нормальные цены. 17, 20, ну пока еще мы не знаем какой. Он даже какой-то 17, да, за 10. Нет, ну надо с отпаривателем, конечно. Ну пока нет, не буду. Мне нужна вот такая вот маленькая корзинка, ну как маленькая корзинка, чтобы сложить туда. Ну надо, короче, корзинка. Может быть, в рост надо посмотреть, тут они какие-то дорогие. А вот по 7. Какая из них по 7? Семь, девять. Такие пластиковые по 7. Может быть, пластиковые. Взяла вот такую вот серенькую. 9 или 9,17, наверное, вот такая вот. Ну, такая. Так, для мыла. И нам нужно, наверное, не знаю, какого цвета нам покупать. Вообще я хочу, конечно, в эту самую. Это некрасиво. Я хочу посмотреть в роз. Вот такой вот. Если взять в беленьком цвете, да, и такое. А, даже не знаю. Так, это нам не нужно. Или в синем есть, да, в сером, в черном. А, какое же? Ну, цена нормальная. Думаю, что в рос не будет дешевле, мне кажется. Ну, не будет там оно по 3. Вот, или беленький взять комплектик. Синенький нам ни к чему. Вообще-то, может, серый. У нас там что, коричневое. Подумаю. А, выбрала серенькую, такой комплектик. Или все-таки беленький? Белый как-то красивше. Ну, все-таки серенький взяла. Пускай будет серенький. Поменяла все-таки на белый. Все-таки белый мне более. А, такие вот наборчики что-то подарочного типа, да? Нам бы такой нескользящий коврик возле душа один, чтобы был. Здесь комплекты, шторки нам не нужны. Решила попробовать взять вот такие дешевые Walmart полотенца, написано 87% хлопка. Ну не знаю, по 3,97, очень много различных, и синих, и зеленых. И вот там я взяла вот такие голубые, серенькие, разные. Попробуем. Одеяло мы приобрели в Walmart вчера. Комплект, имею в виду. Одеяло и наволочки. Такой комплект. Одеяло и наволочки. А простыня, две простыни. И две наволочки в другом комплекте покупали.
Короче, $100 за два комплекта, да, получилось. Одеяло 60. Сколько? 64 и 40 катоновый комплект. Но там странный катон какой-то, чесанный катон пишут. Хлопок чесанный. Что это значит? Взяла еще одну вот подушечку. Наверное, на 6,96. Я даже не знаю. Как-то у меня тут уже места мало. Вот я разогналась. Ну вот, пишут, что катон, да? 8,84, только простыня одна. Прям искала тряпочки, и тут они мне так вот, прямо вот думают, где мне их найти, где мне их найти. И они так раз выпрыгнули на меня наборчиками таким вот с микрофиброй. Вообще классные. Белые, правда, как-то не очень. 7,68. Они все с белым, тут только такие, да. Вот они. Ну, хорошие очень. Классно. Мне бы еще для кухни пару. Я каких-то купила по $3 в Таргете. Это тоже для кухни. Так они... Или сколько тут штук? Вот $10 за сколько? А, $5 за 2. А, ну уже. Уже ближе. Как... Ближе к правде. А тут сколько? 1, 2, 3, по 8. Все, сейчас выберем. Взяла вот такие вот. Серое, бежевое. Просто по $2. Такие вот. Не знаю, может больше серых взять. Или 2 серых. Бежевое что-то мне вообще не нравится. Хотя у нас там много такого бежевого, коричневого всего. Или может взять одно. Я возьму лучше серую. Еще бы салфеточки мне найти на стол. Ну, это, наверное, мы посмотрим где-нибудь, я не знаю, в других магазинах каких-нибудь. Куда это? Никуда не годится. Ни по цвету, ни по фактуре. Оставим до какого-нибудь Sam's Club или... Не знаю. Купить что ли одноразовых для запекания? Теперь уже есть у меня газовая плита. 1,5. Или тут не одна? А, тут 3. 3 за 5 или 2 за 4. Сейчас посмотрим. Такую взяла, 3 штуки. Сколько они? $3 3 штуки. Но потом нужно будет купить, конечно, нормальную для неодноразовую. Вот так я вот нашла нормальную, как у меня в Беларуси. Вот эти стеклянные. 5-6. Тяжелая, блин. Ой, я сейчас не хочу это искать. Наверное, попозже тогда купим с мужем. Или не брать уже эти одноразовые, взять такую. Зачем мне это одноразовое, да? А, такие вот за 15. Что это за качество? Керамика или... О, ну да, тяжелая. Угу. Так, 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 так. Прям с крышками. Крышку фиг откроешь. Такая вот стеклянная с крышкой. Зачем крышка? Поставила эти одноразовые на место. Зачем? Я взяла такую вот за $5 многоразовую. Ну тут пишут кейк. А какая разница? Я что, не могу здесь испечь что-то другое? Блин, ну мне нравится стеклянная. Я просто не понимаю, там они... Они действительно для духовки.
что здесь опять кейки рисуют, кейки. Прямо вот что нарисовано, то и надо делать, да? Выпекать, я имею в виду. Вот что мне делать. А, хорошо, здесь не кейки, да? Кейк-плэт. Горшочки всякие. Может быть, у них действительно с крышками только для мяска имеется в виду. Так. Диппер плюс. Чтобы я понимала. Пожалуй, я воздержусь. Мне надо консультация мужа, потому что странно тут все. Ну, взяла бы я это, да и все. А что нет-то? Ну, не знаю, может, к ней будет пригорать, она, может, как одноразовая будет. Короче, не знаю. Как красиво. Это к Пасхе, да? Такие свечи. Боже, как красиво. Я хочу такую свечу. Ох. Когда-то Пасха еще, я хочу свечу. Не разбить бы она в стекло, да? Какую мне взять? Какую с ангелом возьму? Вот такую розовенькую. Или взять вот эту. Возьму я просто с младенцем. Да. С Иисусом Христом Марию возьму. Вот. А как она пахнет? Не знаю, здесь вроде так ничем особо не пахнет. Тут розовая, какой-то плохой запах. Walmart по $35 такие. Обезьянка такая. Такие огромные, класс. О, вообще огромная, да? Кто это? Мишка-медведь. И тут красивый. Прелесть. Обезьянка такая. А это кто вообще? Ты кто? Какой-то морж. Класс. Тут по 15 такие мишки, да? Мишутки. Мишуточка. Хорошенький мишутка. Он легкий, вот если бы мне внучке такого отвезти, мишуту, пол чемодана займет мишута. Блин. И будет ли она с ним играться? Это вот к Дню Валентина столько всяких игрушек. Эти по 40. Тут прямо каракатица какая-то, блин, это... скажите, кто он? Как его называют? Все. Я забыла. Медуза. Нет, ну как называется вот это? Тут еще вот красная рыбка какая-то. Рыбка, не рыбка. Головастик какой-то. Нифига себе. О, так тут мишка, конечно. Он такой вот какой огромнейший. И тут огромный. Тут вообще это слон какой-то. Кто это? Носорог, да? По $40 огромный. Глазки такие. Осьминог, вот как это называется. Это что, осьминог? Осьминог, да. Игрушки снимаю, делать мне нечего. Вот такая. 25 мишка. Такой мишутка. Супер. Это какая-то лошадка, да? Вот эта мишка. Ой, все падает у меня уже. Пора заканчивать. Просто интересно поковыряться в этих игрушках. Ой, это рыбка. Ну, это не рыбка, это этот крабик. Крабик хорошенький, кстати, такой, как подушечка, да? Крабик такой. Сколько? 25. 9. А здесь написано 25, здесь написано 10, да? Подушечка такая.
прелесть. Какая прелесть. Ну, всякие мишки. Это разные тут цены. 15, смотрю. Девочка. Девочка, сколько, не знаю. Фламинго, что ли. Халатики вот нашла детские по $9. Есть ли маленькие? М-ки, С-ка, 6-ик. Они все большие. Все большие. А из голубеньких С-ка вот. Ну, она большая, на 5 лет. Ну вот можно в Walmart купить вот, по желанию за $10. Вот такой вот. Коричневую или беленькую, да. У меня какая-то есть такая серая. Ой, тут все цвета. У меня вот такая вот есть точно. Покупала год назад. Пару раз одела. Ничего себе, комбинезончики по $17. Интересно, как они сидят. Прямо золото. Золото можно убрать, предположим. Как они, интересно, сидят. Это большой размер. Это тут давно Бандерас, да? У меня шорты есть, майки какие-то. Ну, шорты нормальные от этого бренда. М-ка. А как она вот будет выглядеть? Ой, блин. Так, телефон трясется, да? Вот, М-ка. Так, ну это не берем в расчет, это уберем, да? То, например, что-то колет. Колет глаз. Мне кажется, здесь мало. Хм. Как интересно. А если взять, примерить? Потом сдавать. Наверное, мне вообще Элька надо. Сейчас я посмотрю. Нет, решила, не надо мне этот примерять комбинезон. 100 лет он мне не нужен. Я вон купила черный пиджак и брюки. И вообще ни разу не одела, брюки подрезала. Если бы я их не подрезала, так может быть бы, может дочке моей было бы, а так ни себе, ни людям. Ну не хочу носить, не знаю почему. Так, все, поеду рассчитываться. Мандаринки вот возьму себе, болею, горлышко мое бедное. Возьму такую, да, упаковочку. $7 за... Сколько? За 3 килограмма, да? Помидорки взяла. Из еды ничего больше. Сегодня пятница, а холодильник нам привезут только в дом. Привезут когда? Привезут когда? Завтра или послезавтра. В общем, тогда придется что-то и покупать из еды, а так... Нет, здесь я больше не рискну возле холодильника колбасу брать. Опять чуть не забыла лимончик. Лимончик 58% один. Думаю, может салатик взять все-таки. Захочу его сейчас кушать. Может, возьму один.